него все это случилось. Я ненавижу его еще больше. Единственный путь вперед через прощение нужно излить ярость и принять страдания. Я хочу, чтобы он страдал. Я хочу, чтобы он знал, каково это. Страдания будут, обещаю. Но страдания лишь начало. У Теппа есть все нужное, чтобы освободить вас. Надеюсь, вы верите, что он успеет. Жажде мести детективу Теппу поглотить вас. Ваша жизнь была разрушена, и вы забросили сына. Сейчас я предлагаю вам дар, шанс вырваться из оцепенения и вкусить жизнь, которую вы похоронили вместе с мужем. Простите ли вы детектива Теппа, или ваша ненависть слишком сильна и не уймется? Вы находитесь в некоем подобии железной девы. Понесите железные кубики на символы и не допускайте ударов. После шестого удара устройство защелкнется, и это место станет вашей войной. Помогите! Быстрее, твою мать! Прошу, быстрее! Прекрати это! Я... Не смей меня трогать! Убирайся! Это все ты виноват! Виноват во всем! Оставь так, успокойся. Меня в покое, хорошо? Наконец! Если бы так было... Если бы ты не спас меня... Если бы я тоже могла умереть... И то было бы лучше... Я больше ничего не чувствую... Думаешь, это не грызет меня каждый день? Я не могу изменить то, что случилось. Если бы я мог занять его место, я бы занял. Это я должен был умереть, а не он. Все здесь из-за тебя.
детектив. Прости, Дэвид, но ты заслужил это. Он сказал, если я дойду сюда, то смогу уйти. Я ухожу. И мне... мне не стыдно. Прощай. Сломленный человек-детектив, разбитый на части, как и человек в конце этой палаты, человек, разрушивший вашу репутацию, часть за частью. Станете ли вы помогать ему? Для этого нужно найти фрагменты пазла, соберите их воедино и на шаг приблизитесь к разгадке, к моей поимке. Это опасная игра, детектив, но лучшие игры всегда опасные.